Здравствуйте, в эфире программа «День города». С вами Анна Герцовская. Мои коллеги, репортеры телекомпании «Город», приготовили для вас выпуск новостей. И сейчас коротко о событиях нашего региона. Скользкая тема. Как сделать каток своими руками, чтобы уберечь детей от трагедии? Электронные браслеты для подозреваемых и заключенных. О гуманном методе контроля или как не упустить преступника из вида? Первый православный святой в Америке. В Рязанской области отсудили наследие преподобного Германа Аляскинского. Наступление зимы и холодов не может не радовать любителей зимних видов спорта. В Рязани открылось много катков, мест для общения, знакомств и отдыха людей. В городе есть не только всем известные централизованные площадки, но и хоккейные коробки, расположенные во дворах жилых домов. Однако не все так гладко. Часто такие катки оказываются заброшены, что без сомнения не на руку рязанцам, особенно самым юным, которым удобнее кататься на коньках около своего дома. Подробнее обо всем в материале Галины Ершовой. С полок и чердаков пора доставать белоснежные коньки. Детские и взрослые, хоккейные и фигурные, пластиковые и кожаные. В этом сезоне рязанцев будут ждать 40 ледовых площадок, которые откроются на базе крупных стадионов, детских спортивных и общеобразовательных школ, а также дворцов спорта. Первый лед залили еще 9 декабря, а все катки планируют открыть до 20 числа. Уже сегодня встать на лед можно на большинстве из них. Зимняя забава вдохновляет всю семью на совместный отдых. Пока мама с дочками выписывают изящные пируэты, папа с сыновьями могут погонять шайбу, а компания друзей посоревноваться в скорости на большом катке. Покататься на коньках можно и во дворе собственного дома. Большинство хоккейных коробок остались еще с советских времен, однако заниматься их ремонтом и заливкой некому. Во дворе дома номер 50 на Касимовском шоссе о бывшем катке напоминают только ржавые фонарные столбы. Огромную территорию пытались переделать под стоянку, но местным жителям удалось сохранить ее для детей. Сейчас им пришлось идти на крайние меры. Я подумала и решила, что нужно написать письмо на сайт президента. Мы сфотографировали нашу площадку, то, что на ней есть. Буквально где-то через 2 недели мне пришло письмо, что все мои пожелания и требования отправлены в администрацию города на Рязани, а также нашу управляющую компанию. Письмо было отправлено еще в сентябре, а сейчас наступил декабрь. Во дворе дома появился новый фонарный столб, единственный источник освещения для огромной территории. Старые советские по-прежнему не работают. Отчаявшись дождаться помощи властей, жители дома объединились в Коляскин клуб. Сейчас это более 50 семей, многие из которых многодетные. Чтобы поиграть с дочерями и сыновьями, им приходится идти за несколько кварталов в парк на Советской армии. А вот покататься на коньках дети тайком убегают на пруды. Родители боятся за их безопасность, но администрация города навстречу идти не спешит. Если же вы хотите новую детскую площадку, о чем мы очень просили, то вам нужно, как всегда, собрать подписи со всех граждан, кто проживает в вашем доме, и еще заняться с финансированием этой детской площадки. Потом вас поставят в очередь, и когда ваша очередь подойдет, только тогда, да, с вашей детской площадкой будет что-то решено. А положительно или отрицательно в администрации умалчивают. Активные родители ждать больше не хотят. Чудо для своих детей они сделают сами. Папы уже произвели разметку территории и купили материалы. Они планируют смастерить небольшой бордюр из досок, натянуть пленку и залить лед. И нам для этого потребуется, соответственно, освещение, потому что темнеет очень рано, в 4 часа уже, и нам этот свет необходим. Ну, надеемся, что ЖЭУ пригласят специалистов, помогут нам в этом деле. Собственные усилия – это первая ласточка. Активисты надеются, что администрация города все же поможет им сделать высокий деревянный забор, превратив самострой в изящную хоккейную коробку, которая будет радовать детей и взрослых. Еще в середине ноября этого года суд приговорил бывшего заместителя министра сельского хозяйства региона Геннадия Ноздрина к 4 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 5,5 миллионов рублей. После окончания срока бывший чиновник будет лишен права занимать должности на госслужбе в течение 3 лет. В свою очередь, защита бывшего заместителя министра подала апелляцию, и теперь его дело будет рассмотрено в областном суде. Дело направлено в суд, вынесен приговор, он в настоящее время в законную силу не вступил, обжалуется стороной защиты. Ноздрин был задержан 11 августа прошлого года за получение взятки в размере 500 тысяч рублей.
Взяткодатель – руководитель сельхозпредприятия в Александро-Невском районе ОАО имени генерала Скобелева Михаил Глазков. Заключение под стражу замминистру сменили домашним арестом, как только он начал сотрудничать со следствием. По версии следствия, деньги от Глазкова Ноздрин брал в качестве отката за предоставление субсидий. Следствие установило, и суд счел это утверждение доказанным, что Ноздрин набрал от подопечных аграриев еще взяток на 140 тысяч рублей за совершение действий по оказанию мер господдержки в интересах возглавляемых ими предприятий. Так вышло, что экс-замминистру Ноздрину пришлось в течение всего следствия носить специальный электронный браслет. Таким образом, представители правоохранительных органов могли осуществлять контроль за подозреваемым. Электронный браслет – это один из видов пресечения и альтернативных видов наказания, пришедший в Россию с Запада. Наша съемочная группа узнала о том, насколько хороша эта новинка на примере Рязанской области и кто, кроме бывшего замминистра сельского хозяйства региона, носит такие браслеты. Говорить о новом виде альтернативного наказания ограничение свободы с применением электронных браслетов начали еще в далеком 2006 году. На сегодняшний день в регионе к ограничению свободы осуждены 26 человек, которым применяются электронные браслеты. Наказание в виде ограничения свободы назначается по приговору суда как в качестве основного, так и в качестве дополнительного. В ряде случаев осужденные обращаются в суд с ходатайствами о смягчении назначенного им наказания. Постановлением суда с учетом личности осужденного оставшийся срок может быть заменен ограничением свободы. В настоящее время данные браслеты применяются для обеспечения контроля за исполнением осужденными к ограничению свободы таких запретов, как выходить за пределы жилого помещения в определенное время суток, запретов на выезд за пределы определенного муниципального образования, соответственно, приговор суда. На столе предметы, на первый взгляд, совершенно не связанные между собой. Этот комплекс и есть устройство электронного слежения. Система электронного мониторинга подотчетных лиц состоит из стационарного контрольного устройства, мобильного контрольного устройства, которое носится на поясе у осужденного, и электронного браслета, который надевается на ногу осужденному. Браслет изготовлен из прочного материала, полностью герметичен и влагозащищен, предназначен для длительного ношения на ноге. Каждое контрольное устройство имеет индивидуальный уникальный номер, который заносится в базу данных и закрепляется за подконтрольным лицом. Это дает возможность контролировать, чем в течение суток занимается осужденный. Контрольные устройства оповещают обо всех попытках снятия и повреждения браслета, о длительном отсутствии движения, выходе за пределы охранной зоны и иных нарушениях со стороны осужденного. Информация о нарушениях своевременно поступает на стационарный пункт мониторинга, расположенный в инспекции. Тот, кто повреждает намеренно браслет, ему выносится предупреждение о замене и ограничении свободы на лишение свободы. Если это повторно, то тогда инспекция выходит в суд на замену на лишение свободы. Проводится по данному факту служебная проверка, выходят сотрудники в суд, и суд уже на основании нашего представления выносит решение, где с данного осужденного взимается та стоимость, на которую он повредил, нанес ущерб государству. Точную стоимость комплекта оборудования назвать трудно, удовольствие не из дешевых. Но это гуманная и эффективная мера пресечения в отношении тех, кто совершил преступление средней тяжести. Уголовно-исполнительная инспекция исполняет наказание и иные меры уголовно-правового характера, которые не связаны с изоляцией осужденных от общества. Такие как наказание в виде обязательных работ, исправительных работ, ограничение свободы. Уголовно-исполнительная инспекция осуществляет контроль за условно осужденными, которым судом предоставлена отсрочка. Кому конкретно применить электронные браслеты, как долго осужденному ходить с таким украшением, решает суд, а инспекция контролирует исполнение. Всем известно, что любой выезд на полосу встречного движения является маневром довольно опасным. В некоторых местах дороги он разрешен, но иногда люди, спеша куда-то, надеются на авось, пересекая двойную сплошную линию. Стоит отметить, выезд на встречку входит в пятерку самых частых причин аварий. Подробнее в следующем материале. Выезд на полосу встречного движения в любом случае является достаточно опасным маневром. Ну а в тех местах, где такой выезд запрещен правилами, он является чрезвычайно опасным. И далеко не случайно за него можно заработать не только административный штраф ГИБДД, но и лишиться водительских прав. За 11 месяцев текущего года из-за выезда водителя на полосу встречного движения в регионе на дорогах Рязанской области зарегистрировано 249 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 99 человек погибли и 482 получили
получили ранения различной тяжести. Сотрудниками госавтоинспекции на постоянной основе ведется работа по пресечению подобных нарушений. За 11 месяцев текущего года сотрудниками дорожно-патрульной службы из-за выезда на полосу встречного движения в нарушении правил дорожного движения было привлечено к административной ответственности более 2000 водителей. Напомню, что ответственность за данное нарушение предусмотрена частью 4 статьи 12.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и предусматривает ответственность водителя в виде штрафа в размере 5000 рублей, либо лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев. К сожалению, запрещающие выезды на встречку, дорожные знаки и разметка на дорогах останавливают и не всех, и не всегда. И даже двойная сплошная остановит не каждого. Из положительных моментов стоит отметить установку тросовых ограждений. Недавно их установили на Северной окружной. Сейчас ведется монтаж и на автодороге М5 «Урал». Ну и, конечно, сотрудники госавтоинспекции не устают взывать к ответственности водителей. Хотелось бы обратиться ко всем водителям. Будь предельно внимательным и осторожным, не нарушать правила дорожного движения, не выезжать на полосу встречного движения, потому что последствия от лобовых столкновений, они самые печальные. Помните о жизни своей и других участников дорожного движения. Безусловно, не нужно забывать, что необходимость соблюдения правил дорожного движения продиктована действительностью. И, к сожалению, часто суровой. И лучше куда-то опоздать, чем вообще не приехать. В России нет города, подобного Лас-Вегасу, где официально разрешены казино. Но складывается такое впечатление, что центр азартных игр находится в Рязани. Игровые аппараты не спрятаны от глаз горожан, да и сотрудникам правоохранительных органов заметить их достаточно просто. Поэтому в очередной раз полицейские пресекли деятельность одного из игорных клубов. Подробнее расскажет Наталья Новикова. Многие организаторы азартного бизнеса до сих пор не могут расстаться с идеей, что до определенного времени азартными играми можно было заниматься вполне законно. Но после того, как многие люди стали проигрывать свои зарплаты и пенсии, и даже идти на преступления ради возможности поиграть, игровые клубы стали вне закона, а азартный бизнес ушел в подполье. А сотрудники полиции регулярно обнаруживают клубы, где незаконно играют в азартные игры. На этот раз сотрудники отдела МВД России по Октябрьскому району города Рязани выявили признаки проведения азартных игр в работе развлекательного заведения, расположенного на Куйбышевском шоссе. В ходе осмотра помещения полицейские изъяли 5 комплектов компьютерного оборудования, которое, по информации правоохранителей, использовалось для организации игорного бизнеса. По факту незаконной деятельности проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение, а виновные наказаны. В марте 2019 года исполнится 50 лет со дня причисления собором епископов Русской Православной Греко-Кафолической Церкви в Америке к лику святых уроженца Рязанской земли Германа Аляскинского. Это имя было практически неизвестно рязанцам, и только год назад сотрудникам Рязанского музея путешественников удалось закончить исследование, подтверждающее причастность Германа к Рязанской земле. Свой путь служения православию Герман Аляскинский начал в Кадамской воеводской канцелярии, затем стал послушником в Саровском монастыре. В числе других насельников монастыря Герман вошел в кадьякскую духовную миссию, созданную для проповеди Евангелия среди диких языческих народов Аляски. Он стойко нес послушание в тяжелых условиях и со временем был назначен ее главой. На острове Еловый, где располагалась миссия, установлена часовня. Несмотря на то, что с той поры прошло больше 2 веков, местные жители помнят о святом и приезжают поклониться месту его захоронения. Образ этого человека мы видели при посещении православных храмов, а мы более 40 православных храмов на Аляске посетили и везде видели лик одного человека, которого называли святой Герман Аляскинский. Когда мы заинтересовались, стали заниматься историей, что же это за человек такой, что это за святой, то вдруг совершенно неожиданно выяснилось, а он-то ведь рожденный в Рязанской области. Возвращение имени Германа Аляскинского на родину стало возможным после проведения большой экспедиционной работы под руководством Героя России Михаила Малахова на Аляске. Рязанская земля дала еще одного человека, которого практически все православные верующие на территории штата Аляска знают, практически все православные верующие на территории огромного государства Соединенных Штатов Америки знают и почитают. Но страшно обидно, это колоссальная историческая несправедливость, что Рязань-то... Ты вообще, Россия, про этого действительно уважаемого, достойного человека мало что знает.
Интересен тот факт, что Герман Аляскинский похож на Серафима Саровского. Даже на картинках преподобных рисуют одинаково – у лесной кельи кормящих медведя. Они и в Саровский монастырь поступили одновременно – в 1778 году. И, конечно, знали друг друга лично. Только святой Серафим остался в Сарове, а преподобный Герман отправился на север. В ноябре в Кадаме прошла конференция «Наследие преподобного Германа Аляскинского. Проблемы изучения и увековечения памяти», посвященной выдающемуся уроженцу Рязанской области. Ее организовало Рязанское отделение Русского географического общества и Рязанского музея путешественников. Встреча стала первой в ряду мероприятий, посвященных одному из самых почитаемых православных святых Аляски. Это все новости на данный момент. Я с вами прощаюсь. До скорой встречи и хорошего вам настроения.